Добрый день! В данном видеоролике демонстрируются основные принципы создания аналитических отчетов при помощи программы Qlik. Qlik – это программа для самостоятельной визуализации и исследования данных, предназначенная для отдельных специалистов, групп и целых предприятий. Данная программа позволяет получать отчеты из различных источников данных, таких как любой текстовый редактор, например, блокнот, любой табличный редактор, например, Excel, а также подключаться к различным базам данных, например, к базе бухгалтерской системы 1С. В данном видеоролике я продемонстрирую получение аналитических отчетов на примере двух систем – Microsoft Excel и система Preactor. Что такое система Preactor? Preactor – это система оперативного планирования, оптимизации и управления производством. Например, в системе Preactor ведутся данные о загрузке оборудования, мощность, в работе, наладка. И мы хотим получить отчет по этим данным. Как мы видим здесь, эти данные представлены в табличной форме, и оборудования не так много. Если бы у нас было оборудование, например, на несколько сотен единиц, то отследить загрузку оборудования было бы очень трудно. Давайте теперь посмотрим, как будут выглядеть эти данные в программе Qlik после их загрузки в нее. Здесь мы с вами видим, что все показатели по оборудованию представлены в виде графиков, что делает анализ более наглядным. Используя фильтр по оборудованию, мы можем посмотреть, как загружено конкретное оборудование. Допустим, мы хотим посмотреть загрузку оборудования первой финишной линии. В фильтре наименования оборудования мы выбираем первая финишная линия и видим, что все графики перестроились. Теперь давайте с вами посмотрим получение аналитических отчетов в языке в связке Excel Qlik. У нас есть два Excel файла. В первом файле содержатся данные, какое количество оборудования продал каждый менеджер за последние 3 года по дням. Во втором файле содержатся данные о стоимости каждого модели оборудования, сколько его было продано и какова была наценка. Конечно, мы могли создать графики анализа продаж и валовой прибыли в Excel, но это были бы статические графики. А в Qlik мы получаем интерактивные графики, которые помогают получать более наглядную картинку. Итак, на первом листе мы с вами видим график продаж по каждому менеджеру за 3 года. Используя фильтр, мы сможем с вами посмотреть, сколько каждый менеджер совершил результативных сделок, например, за 2013 год. Выбрав фильтр 2013 год, мы видим, что менеджер Воронов совершил меньше всех результативных сделок. Выбрав этого менеджера и перейдя на следующий лист, мы увидим с вами динамику продаж по дням этого менеджера. Перейдя на следующий лист, мы с вами получим данные о том, какое конкретно продал оборудование и сколько данный менеджер. Если мы с вами отключим фильтр, то получим, какое оборудование лучше всего продавалось. Перейдя на следующий лист, мы можем посмотреть, какой менеджер принес больше всего прибыли. Таким образом, мы можем посмотреть данные практически в любом разрезе, например, в 1С или Excel. Итак, подведем с вами небольшой итог. Программа Qlik позволяет получать данные практически с любой системы. Формирование того или иного отчета происходит практически мгновенно, и это может быть сделано обычным пользователем. Обратите внимание, что все отчеты интерактивные и живые. Большим преимуществом системы Qlik является возможность просматривать отчеты на вашем ноутбуке, планшете или любом телефоне. Эти и другие возможности системы Qlik вы можете попробовать самостоятельно, установив бесплатную систему на ваш компьютер. Большое спасибо за внимание. До свидания.